играешь в танки, подписывайся на мой канал Эндомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты! Привет всем! С вами Серега, с вами Эндомита. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. У нас на обзоре легкий танк, американский, 6 уровня, Т-37, проходная прокачиваемая ветка. Вот такой вот красавчик. Да. Т-37. Пожалуйста, прошу любить. Вот, сегодня полноценный гайд-обзор по этой машине. Вот, но по сложившейся традиции мы всегда смотрим бронирование танков. Но в этом случае мы это делать не будем, потому что это ЛТ-шка. У нас вот бронирование корпуса спереди 25, бронирование башни в целом 32, хотя там есть зоны и по 50, но даже 50 миллиметров на 6 уровне это не показатель, и абсолютно спокойно пробивается и фугасами, и обычными бронебойными снарядами, все это шьется, поэтому это картонный танк. Идем смотреть основные модули. Нас интересует пушечка тоже 6 левела, как и на стойке, только топовая вот эта. Чем же она хороша? Хороша она тем, что пробитие на ней повыше. Смотрите, здесь 126-160 голдой, а здесь 120. Но и это не все. Давайте смотреть, а в чем же отличие основные? Заряжается она быстрее. 1,7 время сведения, 0,45 точность. А здесь 1,9 сведения, но точность здесь хуже. Но КД лучше. При всем моем уважении, все-таки на основном снаряде если будете играть, даже до пробития в 6 мм, это круто. Вот. Ну да ладно, не такая разница между уж этими пушками, поэтому, да и тем более это ЛТ, это в первую очередь засвет, это не барабанная ЛТ-шка. Это речь не про дамаг Т-37, а больше все-таки на засвет эта тачка работает. Поэтому можете спокойно начинать играть на стоковые пушки, постепенно выкачите все остальные модули. Топовая башня нам дает более лучший обзор. 37 на 10 метров, да. А поворачиваемость такая же. Броня в башне такая же. Рация однозначно 6 и 10 уровня, сами понимаете, почти в 2 раза больше, так сказать, дальней связи. Поэтому однозначно МЛТ топовый двигатель, тут даже что обсуждать, 600 лошадей. Здесь 470, можете рассчитывать где-то процентов на 17 подвижности. Ну и, конечно, топовая ходовая на месте крутиться будете чуть быстрее, аж на 4 градуса в секунду. По полевой модернизации качаем настройка клапанов, качаем настройка механизма заряжания, дополнительная противоосколочная защита. Все. Так. Касаемо оборудования. Дефолтовое оборудование для ЛТ на 6 уровне. В основной слот, дающий дополнительный буст на обзор, мы ставим просветленную оптику, ставим малошумку, чтобы быть менее заметными. Ну и, конечно, турбину для подвижности. По снарядам. Основной снаряд у нас почти косарь летит от ББХ. Подкол у нас это голдовый снаряд. И летит невероятный 1250 метров в секунду. Как по скорости полета снарядов у этого танка, у этой пушки все хорошо. Вот. По снаряжению стандартный комплект. Ремка, аптечка, огнетушитель. Но у меня, как всегда, экипаж не переобучен на эту машину. Экипаж у меня с бульдога вот, сидит. Соответственно, у меня будут потери в тактико-технических характеристиках. Дабы их минимизировать, я поставил доп. Паёк. Вот, чтобы хоть ну как-то, так сказать, перекрыть эти потери. Да, экипаж у нас 4 члена экипажа. Первый перком командир лампы, всем остальным ремонт. Вторым перком боевого братства. Дальше качайте, как показано в табличке. По пушке, по УВН у нас минус 9. И это хорошо, это очень хорошо. По мобильности мы смотрели 69 вперед, 24 назад, 27 лошадей на тонну. Нормально так он едет. 395 метров обзор. У меня 44 штраф, было бы 440. Потому что экипаж, повторюсь, не переобучен на эту тачку. Да, мне будет немного некомфортно играть на этой машине из-за командира. Тем более, что этот танк про засвет, и меня будут пересвечивать вражеские ЛТ. Ну, мы не будем рваться вперед, будем стараться дожить до конца боя, тем самым максимально насветить урона, максимально настрелять. По плюсам и минусам машины. Танк высокий, он реально большой, это минус. По подвижности плюс, по незаметности плюс. В принципе, у меня перк незаметности не прокачан у командира, так был бы, наверное, где-то 33-34. Вот. А по пушке, в принципе, плюс. Как для обычной, хорошая скорость полета, нормальные УВН,
нормальные меняемые КД. Да, альфа небольшая, но извините, это ЛТ. То в принципе это плюс. Вот. По подвижности я сказал плюс, ну по броне тут даже говорить нечего, это все-таки ЛТ. Вот, предлагаю отправляться в бой, прокатиться на Т-37, посмотреть, а чё, да как вообще. Можно на нем играть или нет? Погнали. Так, попали мы в одноуровневый бой, 6-го левела. У нас обзор танка боем Т-37. Вот, Америка, легкий танк 6-го уровня. Так, ЛТ-шек просто бешеное количество. Ну, сейчас они по центру начнут кататься, а мы их будем светить под наши 2 ПТ. Всего лишь 2 ПТ. Куча ЛТ, куча. Ну, господа, это перебор. 6 ЛТ, это перебор. Ну, да ладно. Сейчас мы проверим нашу ЛТ-шку. Силу надо свою показать, типа, надо показать, кто здесь хозяин-то, ё! Ну, мы в засаде. Сашка! Не все так просто, ребят! Начальника пришел! Вот так опустят, нельзя! Что ты, блядь, затыкаешь все время, а? Ты гля, даже артовод сюда сведен был. Я в шоке. Шпили выли, делать будем. Осы, колесная тварь уже тут. Весь день. Я не растерялся, я же охранник. Ребят, что? Можно в туалет сходить? Ну, давай, родной. Их осталось. Закусь. Это Виталий Сергеевич, старший по смене. По-русски, мана, учись!
Говорите нам! Блин, по-моему, в кого-то попадает. А может и нет. Нет. И вы обо мне вспомните. Хозяйка пришла. Ну просто я решил скрыть следы преступления. Бородач. Хозяйника. Перевет! Ну теперь не я вас буду бить, теперь вас ток будет бить, понятно? Приветствую тебя, брат, категорически. Вот так опустят, ниже плинтуса. Я реально не знаю. Он мне водяры не даст. Это тебе сюрприз. Тут ко мне в гости пришел Игорь. Борьба идет, это хорошо, борьба. Нормально, наш засвет, наш урон, суммы сколько там? 1700 у нас получилось, пойдет. Прошу прощения, что на обзоре молчал. Что-то какой-то потный боец. Ну, короче, дожили мы до конца боя, победили, внесли свой вклад. Но вначале думал, отличу. Ну, обычный ЛТХа. По подвижности такой... Обычный, нельзя сказать, что это ультра как шустрая. По обзору у меня понятно, что не все самое из-за экипажа фигня полная. Вот. Но в целом, в принципе, можно играть. Единственное, размеры ее беспокоят. Все-таки Т-37 высокий достаточно танчик. Есть и поменьше, и побыстрее. На месте, кстати, он... достаточно неверткий. Вот, ребят, пишите свои комментарии. Вот, кстати, мы, да, по опыту, пожалуйста, по урону даже третье место на ЛТшке. Вот. Пишите свои комментарии, какое вы используете оборудование на данной машине. Вот, я считаю, что такой вот комплект — это must have, дефолтовый, да, и лучшим образом подходит для данной ЛТшки. Танчик, ну, поставим ему твердую четвертку. Да,
Про плюс не будем говорить, потому что, но есть более интересные ЛТшки даже на 6-м уровне, нежели это. Вот. Пишите свои комментарии, ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.